Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі! З вами програма ТБУ «Топ блогери України» і я, її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні мер Кличко відкрив одразу 52 станції метро. Це більше, ніж за всі роки незалежності. А тепер давайте до серйозних справ. Сьогодні у мене в гостях економіст Юрій Атаманюк. Добрий день. Вітаю у нас в студії. І одразу давайте до серйозних справ. Після прес-конференції, яка відбулася 20 травня, ми зрозуміли, що пан президент Володимир Олександрович, він дуже так впевнено дивиться в економічне майбутнє України. Він вірить, що все у нас буде гаразд. І хотілося б запитати, це він помиляється, чи може він щось знає, чого ми не знаємо? Чи може він нас заспокоює? Ваша думка. Ну, во-первых, я хочу подхватить вас пас по поводу Кличко, по 52 станциям метро. У нас такая же аналогия происходит на уровне государства. У нас премьер-министр говорит, что мы сейчас запустим транспорт весь по стране, и у нас появится 500 тысяч новых рабочих мест. То есть человек не понимает, что такое новые рабочие места и что для этого нужно делать. И вот это хорошая основа для того, чтобы ответить на ваш вопрос. Знает ли что-то президент, есть ли у него какие-то козыри, и на основании чего он вот так оптимистично, вот достаточно действительно на оптимистической ноте проводилась пресс-конференция в перспективах экономических Украины и украинцев. Вот вы увидели, какой мэр, да? Вы увидели, как премьер-министр выступает. Откуда президент формирует свое мнение? Президент формирует мнение, президент же не работал министром экономики, не работал главой Нацбанка. Он не был на профессиональной экономической работе. И не должен в этом разбираться президент. Он правильно когда-то сказал, что президент должен быть просто порядочным человеком и понимать стратегию, куда идет государство. А дальше должны быть специалисты, которые имеют опыт, показали в жизни какие-то результаты и могут давать определенные успешные результаты. Вокруг президента кто? Кто формирует его мнение, в том числе готовил его на эту конференцию? Руководитель Офиса президента и все заместители никакого отношения к практической и теоретической экономике никогда в своей жизни не имели. Они не экономисты по образованию и не имели такого опыта. Не буду их всех перечислять. Единственное, кто отвечает там за экономику, это Юлия Ковалев. Это наследство от Порошенко, она с 16 года там. То есть это то, против чего все мы с вами голосовали. Она отвечала в том числе за инвестиции, которые за ее каденцию каждый год только уменьшались. И последний год с Давоса привезли 0 инвестиций. Поэтому, с другой стороны, имеем Кабмин. Ну вот премьер-министр таким образом создает рабочие места. Министра финансов поменялось уже 3. Министры экономики не могли долго назначить. Министр финансов сегодня у нас хороший парень, ну, человек неплохой, и все. И больше о нем ничего нельзя сказать. Он в Минфине отвечал за реформы, которые, ну, никаких реформ и не было. Все, когда у нас касалось каких-то реформ, только добавлялось бардака. И вот занимался демагогией. Практической работой он не занимался. Нацбанк весь остался времен Порошенко. Это тот Нацбанк, который закрыл 104 банка непрозрачно, который фактически своими действиями обокрал миллионы вкладчиков на десятки миллиардов гривен. И вот мы имеем вот эту такую гоп-компанию, которая окружает президента и держит его в теплой ванне. Юрій, ну ви розумієте, пане президенте сказав приблизно наступне. Він би хотів поставити розумних, відповідальних, фахових людей, але він каже, що нам бракує цих спеціалістів, які б могли б зайняти ці посади. Ви згодні з цією думкою, що немає людей, не вистачає? Я категорично не согласен. Україна талантлива країна своїми людьми. Просто нарушено абсолютно принципи кадрової політики. Коли президент шел с определенными тезисами программы, за которые мы с вами, я подчеркиваю, я конкретно за это голосовал, то звучало что? Что я приглашу на должность премьер-министра известного в стране экономиста и уряд технократов, правительство технократов.
В итоге что мы увидели? Мы увидели незнакомого мальчика, который приехал на самокате, который все говорили, что он занимается ерундой. Он сам говорит в кругу, каким он авторитетом пользуется, если хорошо, что записали. То есть то, что мы все чувствовали, оно оказалось. Да, он в кругу своих близких соратников говорит, я в этом профан. Ну и дальше начинал нелицеприятно отзывался о президенте. Понимаете? Аналогично вот все сотрудники. Теперь давайте так. Если так назначается премьер-министр, если так назначаются министры, кого в свою очередь будут подбирать они? Ведь все, что был принцип работы, новые лица. То есть нужно, чтобы у человека был Google чистый. Скажите мне, пожалуйста, средний нормальный возраст, чтобы быть министром, чтобы быть на серьезной должности, то есть человек должен пройти ступени. То есть это должен быть возраст в районе, допустим, 40 лет. Можно чуть раньше, можно чуть позже. Ну вот средний возраст, это мегапродуктивный возраст у мужчины там от 40 до 55. Вот, допустим, 40 лет. Скажите, успешный человек, если он предполагается на министра, и он не создал в своей жизни бизнес, не сделал карьеру, не стал известным в науке, вот нигде. Он, какое основание того, что он вдруг будет успешным министром? Просто он больше про других думает, про себя это так, а вот допомогти людям... Нет, ну смотрите, есть же кадровая политика, вот там взять в Соединенных Штатах, кадровая политика в Германии, кадровая политика там в том же Китае. Возьми все страны большой двадцатки, и взять, посмотреть, как происходит кадровая политика. Случайно ничего не бывает. Кадры надо выращивать. Ну, сегодня мы не можем говорить, что нам нужно сейчас там, хоть нужно думать о будущем и выстраивать такую ситуацию, как вот там в Америке выращиваются скаутов. Вот руководитель скаутского движения, к нему уже присматривается. Он уже активный там, руководит студенческим советом в университете. Потом он попадает там в юридическую компанию, там растет до старшего партнера, открывает свою юридическую. Потом баллотируется в Сенат штата, да? В Сената штата баллотируется на губернатора. Потом становится министром. Ну, его видят на разных позициях, видят в разных возможностях. А приходят люди, когда, да, на волне популярности. Это было интересно, это было смешно, это было необычно. Когда фотограф там в Запорожье выиграл у Богуслаева. Я не говорю, что там Богуслаев хороший, плохой, мы не знакомы. Мы говорим о другом, что вот а КПД от этого фотографа. А второй раз он выиграет, второй раз будет ноль. Понимаете? У него на округе. И с него министр может быть, с него может быть какой-то губернатор. Нет. А это начали делать повсеместно. И поэтому назначили слабый кабмин, назначили непонятных слабых губернаторов. А кого они будут замов подбирать? Кого будут набирать на главрай администрации? Все, вот, то есть сам нарушил кадровую политику. Расставил, взял 95-й квартал, взял Сорося, и не уволил людей Порошенко. Если кратко, можно сказать, что это была стратегия авось. Это, мне кажется, это отсутствие стратегии, это рефлекторная какая-то реакция, вот отсутствие стратегии. Потому что, ну, окей, если ты человека, которому ты доверяешь, политическая фигура, делаешь, например, его силовиком, возглавить силовое ведомство, то нужно понимать, что, а кто ему будет помогать? Должен быть советник профессиональный, который работал при всех президентах, работал при всех там различных ситуациях, который знает это ведомство изнутри. А если вот так назначил и забыл его, и там формируются группы влияния, которые умеют манипулировать любым руководителем. И сегодня мы это видим в каждом ведомстве, куда поприходили случайные люди. Ведомство живет своей жизнью. Вот недавняя ситуация с Нефедовым. Пришел Нефедов, он не был во главе коррупционной вертикали. Но коррупция при Нефедове в таможне была самая большая за все время существования таможни. Потому что его бесконтрольность, отсутствие вертикали, отсутствие руководителей на местах, непонимание, как сформулировать задачу, как ее контролировать, привело к тому, что таможня не собирала 30% поступлений. Куда-то же они девались. Мы же понимаем, куда они девались. Может, он не разумел до конца. Он не то, что не до конца. Он не понял сначала.
То есть это человек, который, у него нету менеджерских способностей. Он не способен там управлять коллективом из 10 человек. Вот это продемонстрировало. И его назначили, и его оставили. И 8 месяцев его пребывания на должности стоило стране по 15 миллиардов каждый месяц. Вот такие вот эксперименты. Конкретно экономически. А потом мы становимся на колени и говорим, все пропало, нас спасет только Международный валютный фонд. И получаем под запись любые задачи от них, которые выгодны Украине, невыгодны. Воспринимаются обществом, не воспринимаются обществом. Рейтинги падают, падают рейтинги и партии «Слуга народа». Уже растет недоверие к правительству. Уже антирейтинг правительства и премьер-министра больше, чем доверие. И этот процесс идет. Потому что по мере того, как человек доходит до конкретной семьи, у которой проблема заполнить холодильник, одно, можно хорошо на это все смотреть, и, как говорится, прикольно, да, когда все сыто-пьяно. Как только начинаются уже конкретные проблемы, как только предупреждают, что вы завтра, извините, на работу не выходите, потому что мы фирму закрываем, а уже таких малых и средних предприятий, малого-среднего бизнеса до 30%, вот это и будет формировать делегитимизацию власти. И никаких не делается выводов. Никаких выводов не делается. Я уже приводил пример, что взяли вот там того же Любченко, он попадал под люстрацию. Нравилось это обществу, не нравилось. Первый месяц он выполнил план. Вот как бы не было. Но так надо же задуматься, каким образом формировать кадровую политику. Либо со специалистами, либо, пользуясь вот каким-то дешевым популизмом, новые лица. Новые лица – это ленинский принцип. Кухарка может управлять государством. Это принцип построения. Но кухарок там никто не назначал. Вот они взяли ленинский принцип, который на самом деле при Ленине не работал. При Ленине работали и брали специалисты. Мы помним, как тогда он тоже назначение Сталин делал министра угольной промышленности, когда он Засядько назначал министром угольной промышленности. Засядько норму знает. Засядько норму знает, да. Сталин через себя пропустил, ему сказали, вот лучший специалист, лучшая шахта, лучшая... угольное объединение, Донбасс возглавлял человек, на угольную промышленность Союза. Он же не взял, извините, Сталин там того, с кем он сидел в камере, когда там его преследовали при царском режиме. Или не взял того, с кем ходил в духовную семинарию. Понимаете? А у нас тут с кем ходил в духовную семинарию, тех записывают в список «Слуги народа». С кем в одном коллективе работали, тех записывают. Проводили же аналогию. Зеленский, Рейган проводили, да, показывали. Тот был киноактер, Зеленский шоумен. Окей, пожалуйста, все мы в детстве, в начале чем-то когда-то занимались. Кто-то ездил там, в Турцию, в Польшу, возил товар, зарабатывал. Кто-то... там на свадьбах пел, танцевал, чтобы как-то семью прокормить, будучи студентом. Кто-то в стройотряде. Это нормальная ситуация. Вот. Но Рейган же не назначал губернаторов, министров с той площадки, с той киностудии, где он был киноактером. Хотя, я впевнений, там одного. Дуже непогані менеджери були. Если бы он хоть бы одного назначил с той кинопланшадки, то американцы бы его спросили, какие заслуги, вот как в этом случае, какие слова заслуги у Сивоха, хоть он хороший человек Сивоха, и с хорошими намерениями были, но какие заслуги, к примеру, у Сивоха, чтобы быть помощником целого секретаря государственного органа национальной безопасности и обороны и отвечать вот за платформу примирения. Какой авторитет в стране? Какой у него моральный такой вот вес, уровень и достижение? Ну, я понимаю, художественный руководитель национальной оперы Украины. Если мы говорим за шоу-программу, герой Украины, там, заслуженный или народный артист Украины, известный в мире, которому аплодировали там и Украина, и Россия, и Европа. Это моральное авторитет. Я о должности сейчас говорю, не говорю о конкретном персонале, кто там сегодня находится, да? Я говорю, к примеру, о должности.
И поэтому, когда вот через такой признак назначаются кадры, а кого эти кадры подбирают? Они подбирают таких же. Таких же, кого они знают. Более того, когда человек слабый, когда он понимает, что он не дотягивает экономические вопросы, не дотягивает административные вопросы, вот слабые объединяются, как в программе «Сильное звено». «Слабое звено». «Слабое звено» была известная программа, английская, а потом была на российском телевидении. Вообще это англичане придумали эту передачу, да? Франшиза. Когда, да. По франшизе, когда слабые объединяются и задача убрать сильного. Это было с нашей премьериадой, когда появился вначале Хорошковский. По-разному можно о нем говорить. Там кто-то говорит рейтинг, антирейтинг, но никто не сказал, что он слабый менеджер, да, и что он не может навести порядок на том участке, где он. Или потом Тигибко, хороший, плохой, это за скобкой. Но профессиональных вопросов нет. Нет. Подходит кто? Подходит Шмыгаль. А кто такой Шмыгаль? Ну, Стас, мы знаем, что это премьер-министр. А до этого никто бы из украинцев не нашел бы, вот кто такой Шмыгаль. Потому что это, он даже не на самостоятельным руководителем в жизни не был никогда. Потому что вот эта ТЭЦ, которую он возглавлял, последняя должность, это цех. То есть это не самостоятельное юридическое лицо. Он не продает электроэнергию, он не организовывает закупки. Он начальник цеха, который ведет производственный процесс. Все решения ведутся в центральном офисе. Все. И вот начальника цеха, его министром нельзя ставить, его губернатором нельзя ставить. Да. Ну вот, он максимальная должность, начальник управления экономики области. Ну, и тут и такой вот лифт, да, премьер-министр страны. И президент говорит, у меня к Шмыгалю вопросов нету. Но нету ни вопросов, ни ответов. Опять-таки, человек хороший, отзываются о нем хорошо. Ну, извините меня, но вы готовы вот вам сказать, я скажу, вот надо делать, допустим, не дай бог, там, операцию какую-то родственнику. Я говорю, у меня есть хороший друг. Так вы скажете, подожди, ну друг понятно. А как он как специалист? А какие у него заслуги? Какие у него... Ну, свинью за кого ты можешь, да? Да, ну вот понимаете, вот человек хороший, да, хороший человек, а за штурвал самолета давайте его. А это ж, ну, так они ж превращают наш прекрасный корабль, превращают в Титаник. Ну, а як ви вважаєте, може, ну, один раз поміняли уряд, може і другий раз поміняють, вже більш досвіду, як знаходити людей. І в третій раз, третій уряд, як прийде, то це буде уряд технократів, нельзя, який як нельзя візьмуть. Нельзя бояться сильних людей. Потому що принцип кадрової роботи, коли мене повинні окружати свої, то вот свои тебя и подставят в силу своей тупости и ограниченности, в силу того, что они неправильные сделают шаги, экономический блок не соберет доходы, обвалит валовый внутренний продукт, не создаст поле для инвестиций, силовики не будут видеть какие-то процессы, которые, где будут проявляться какие-то радикалы, какой-то терроризм, какой-то сепаратизм внутри страны, какие-то деструктивные политические движения, которые будут подрывать власть и подталкивать к хаосу, потому что каждые силы политические, которые мечтают о власти, многие из них мечтают любой ценой, в том числе преступной. И на это должны силовики реагировать и видеть, и владеть информацией, а не тогда, когда 10 тысяч радикалов выйдет на Майдан и начнет шантажировать власть, и начнет закручивать какую-то ситуацию и провоцировать какие-то жертвы и все остальное, играя на нищете людей. А нищета увеличивается, потому что президент сказал на пресс-конференции, мы не такие нищие, это все статистика. Ну, 5000 гривен – это великие нормальные гроши. Ну, это, ну, смотрите, для среднего класса. Смотрите, то, что он сказал, вот это 5000 гривен, это опять подтверждает, что у него нету нормальных, грамотных советников. Но такие вещи говорить нельзя. Ну, уже если ты хочешь донести эту мысль, то ее нужно было донести другими словами. Сказать, что, например, есть десятки стран в мире, где люди живут намного меньше. Ну, там, привести, там, Индия входит, там, в G20, да, но у них там есть в Бомбее эти трущобы, да, там, где живет 5 миллионов человек. Или ЮАР, самая богатая страна
Африки, и там тоже есть трущобы возле Кейптауна, где тоже живет 5 миллионов человек. Можно как-то вот так сыграть, то есть то же самое, но донести другими словами. Но речь же идет о другом. Есть статистика, а есть мнение человека. Мы же ориентируемся на мнение. Во-первых, некорректно сравнивать с плохим. Потому что если сравнивать с плохим, так подожди, так вы нас куда ведете? Ну, то есть мы, надеюсь, Украина никогда не будет жить как трущобы, но получается, что для вас ориентир трущобы. То есть для вас ориентир даже не Польша, которая подняла ВВП в 10 раз за 30 лет, не Германия, а вы там с трущобами сравниваете. Это первое. Вот. А второе, что нужно понимать, нужно вот дать стратегию для движения. И что касается вот этого обнищания, для нас авторитетно являются три организации, которые это считают, дают цифры. Да? Это Всемирный банк, это Организация Объединенных Наций через ЮНИСЕФ, которая оценивает, ну, беспокоится о детской нищете, потому что это гуманитарная катастрофа, потому что нищие дети не могут учиться, лечиться, развиваться, и потом общество деградирует очень мощно. Да? И третье – это Минсоцполитики Украины, которые статистики. Все эти обсчитывают в районе там, 45-47%. Окей. Если ты считаешь, что 5 и 6 тысяч гривен – это не нищета. Хотя если отнять, при том у нас нет бесплатной медицины. У нас нет бесплатной медицины. И поэтому если взять пенсионера, ну даже если у пенсионера 5 тысяч пенсия, но это не минимальная пенсия, то если заплатить коммунальный, и если посчитать, сколько уходит на медицину, то потом на питание остаются уже только питание будет ущербное. Которая приводит к авитаминозу, приводит к более раннему старению и смертности, понимаете? Так вот, но есть для меня вот важно, думая о людях, статистика, когда провели исследования среди людей, недавние исследования были проведены различными центрами исследовательскими, и в общем, когда спросили людей, как вы оцениваете свое материальное благосостояние за последний год, то 37% сказали как крайне негативное, недостаточное для нормальной человеческой жизни. Понимаете? И вот это ключевая позиция, что 37 людей, статистика это статистика, да, она у нас нарушена, у нас 50% теневая экономика. Поэтому когда МИД соцполитики считает доход человека у него 5 тысяч гривен, у него может быть 50 тысяч гривен еще неофициальных денег в теневой экономике, да, и себя нищим не считает. Но вот провели исследование среди всех, и вот 37% украинцев считают себя нищими. Це дуже вот дивно, бо дивіться, за цілий рік монобільшість зробила так багато різноманітних законопроєктів, їх як бішений ксерокс, якось так називали, мені здається. Але я хотів би звернути увагу на два дуже резонансні законопроекти. Це відкриття ринку землі і банківський закон. От я хотів би від вас почути, деякі експерти кажуть, що ці два законопроекти якось між собою пов'язані. Тарас, смотрите. Стане краще від цих двох законів? От, бо президент то, казав, що вони дуже необхідні. Я услышал, то, що ви сказали, що «Слуги народа» наголосовали много законопроектов, так я вам скажу, что правовое поле Украины, налоговое поле Украины и качество жизни людей, регулируемое действующим законодательством, до их начала работы в парламенте было лучше, чем после того, когда они проголосовали эти законы. Потому что они проголосовали вначале первое, что начали, да, идут с лозунгом «деолигархизация». Пришли ФОПы, кассовые аппараты, несут такую ахинею, когда говорят, что кассовые аппараты нужны для того, чтобы бороться с контрабандой. Я вам скажу, что рассказывать, что кассовые аппараты помогают бороться с контрабандой, то же самое, что говорить, что с контрабандой помогает бороться миграция птиц. Понимаете? То есть это люди, которые вообще не понимают, как происходят практические процессы в государстве. Что себе придумывают, что там будут подтверждающие документы, цепочка, вот такую ерунду. Сами себе говорят люди, которые не имеют к этому отношения. В странах Евросоюза кассовые аппараты есть давно у всех. Вы пучок петрушки не купите без кассового аппарата на рынке во Франции, да?
Но потери от контрабанды Евросоюз оценивается больше, чем ВВП Украины, в районе 150 миллиарда долларов. В Великобритании потери только от контрабанды сигарет оцениваются 3 миллиарда фунтов стерлингов. Они не могут это побороть, у них полностью все касс. У нас и все подакцизные товары только через кассовые аппараты продаются давно. Это что касается вот по поводу того, что они много законов приняли. А что касается вот этих двух законов, я скажу первое. Закон антибанковский его, или там его называют антиколомойский, его нужно называть честно, антинародный. Называли его антибанковский и антиколомойский только по одной причине, чтобы вырабатывать медиафон в обществе, что это надо делать. Что-то, видите, это же закон против олигарха. Или это закон против банков. А банкиры это все, что они же, это же негативный к ним имидж. Это такой маркетинг, да? Да, да, это маркетинг был, чтобы эти законы для общества пропихнуть. Но никто не сказал, что после этого закона, можно о многих пунктах правовых говорить, которые мало касаются конкретного человека. Но если вот один пункт, который меня беспокоит как конкретного человека. Вот я, например, после того, как они это проголосуют, 10 раз подумаю или хранить деньги в банке. Объясню очень просто. Согласно этого закона, если банк не выполняет свои обязательства перед конкретным вкладчиком, то этот банк не может быть признан неплатежеспособным. Не можно у него, нельзя забрать у него на основании этого лицензию. То есть его нельзя закрыть как банковский инструмент. Я должен буду с ним только судиться. И регулятор не будет иметь вот такого жесткого рычага за невозврат депозита, который будет банк под давлением этого рычага вынужден будет такие нарушения не допускать. Конкретно выписана эта норма. Понимаете? То есть односторонние ситуации. Ты с банком рассчитаться должен, если ты взял кредит, если ты физлицо. Вот, то есть даже вот я могу взять, положить депозит, у меня сроки, я не могу же его раньше взять. И я говорю, я не могу раньше взять, дайте мне кредит под залог моего депозита. Вот кредит мне дадут, вот я кредит должен обслуживать, это прямая норма, а они депозит, у них уже есть люфт, у них уже есть ситуация, у них уже банк не пострадает, ну идите в суды, судитесь. То есть вот тут ключевой момент, который подняли вообще банки, вывели из правового поля Украины. Они могут полностью это нарушать Конституцию. Во-вторых, они сделали этим законом, они легитимизировали все действия Нацбанка Украины, конкретно действия, то, что делала Гонтарева со своей, назовем это мягко, командой, хоть хочется другое слово сказать, когда они непрозрачно играли, пользуясь инсайдом, с курсовыми разницами, когда курс летал то до 40 гривен были на моменте, то падал до 10. И вот так вот в течение года потом выровнялся там до уровня 25, 28, 24 назад, да. Но вот так вот это двигалось, да. И когда владеешь инсайдом, когда у тебя еще рядом ручные твои подконтрольные коммерческие банки, и когда ты знаешь, что сегодня доллар скидывай по 40 или там по 35, а завтра я курс опущу, купишь по 27. И миллиарды зарабатывались на это. Ну, это одна сторона, а вторая сторона, 104 банка закрыли, и вкладчики, которые кто-то продал квартиру, кто-то продал бизнес, кто-то просто были сбережения, получили просто по 200 тысяч гривен вместо своих денег. Вот это был удар по малому среднему бизнесу. Сегодня есть 20 решений уже Верховного суда Украины по 20 банкам, что это незаконно. И люди это уже не могут отмотать. Поэтому эти два закона связаны только требованием МВФа, и эти два закона не несут улучшения украинцам. Вот это ключевая ситуация. А продавать землю, давать допуск к невосполнимым ресурсам на территории своей страны, когда народ нищает, это такое заочное преступление против своего народа. Это сам делаешь свою страну в виде колонии. Поедьте в Дубай и купите у них земли. Поедьте в Саудовскую Аравию. Они не продают даже ту землю, которую они безжизненный песок насыпают вот эту пальму, где там продают дома, гостиницы. Да? И они вот эту землю только дают на 49 лет в аренду. Песок
Понимаете, песок в море, безжизненный. Мы берем стратегический запас, который кормит 15% населения Земли, и мы говорим, пожалуйста, разбирайте нищий народ за 2 копейки. Чего вдруг? Потому что экономический блок правительства не смог собрать доходы, потому что не смогли создать нормальное правовое поле и развивать экономику. И вот те, кого выбрали, которые должны о нас заботиться, которые фактически наши менеджеры, стали теми, кто, как знаете, уже как забить просто гвоздь на гробе этой страны. Вот такая позиция по этим двум законам. Да, не дуже таке положення. Не змогли ми завершити оптимістично, як це завжди робить пан президент. Оптимістично, тільки ми повинні оптимістично закінчувати, тому що народ талантливий, страна молодая, страна проходить вот эти быстро все этапы плохих правительств, коррупции, все, что многие страны проходили сотни лет. Так? Конечно, все основания для того, нас Бог любит, и все у нас будет хорошо. Дякую, дякую за цю експертну оцінку цієї ситуації в нашій країні. Дорогі друзі, на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми й надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Вам, Юрій, дякую. Дякую, дякую за цей ефір. Дякую. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.